Завтра мы отмечаем светлый праздник Пасхи, светлое Христово воскресение. Христос воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал. Мы хотели бы исполнить эту песню как нашу коллективную молитву Господу нашему Иисусу Христу, в которой мы просим Его даровать победу нашему воинству, нашим бойцам, которые сейчас на передовой ведут свой смертный бой. Они, так же как Христос, готовы положить жизнь за други своя. И так же как и Он, они одержат победу над смертью и даруют нам мир и новую счастливую жизнь. Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло, вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах, в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные горные птицы. Он пример для ребят, тех, кто даже не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, а для молодых кумир. Ни шагу назад, пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им каждому данное слово. Вдаль сверит свет из окна, наша вера сильна, а в единстве и мужестве сила. С ним спокойна страна, всегда что бы ни происходило. Дай ему силу, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему силу, чтобы он победил, он для старших герой, а для молодых турнир. Thank you.
бросил разину, и добежал до лица его ненавидящего его. Ярко исчезает дым, да исчезнут, как отдает воск от лица огня, так когда погибнут песни от лица любящих Бога, знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, ты честный, животворящий кресте Господне, прогоняя бесов силой на тебе проклятого Господа нашего Иисуса, чтобы нам, и вам, сошедшего и поправшего силу дьявола, даревавшего нам тебе крест свой честный, на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господне, помогай ныне со святою госпожою, Девою Богородицей и со всеми святыми во веки. Аминь. Дай ему силу, чтобы он победил, чтобы он с тобой и воцарил мир. Дай ему силу, чтобы он победил, он для старших герой, а для молодых мир. Мы вместе все. Домой и воцарил мир.